Конечно, без военного билета, без службы, с этой срочной именно, без нее никак. Ну, может, мать будет все гордиться, отец, я не знаю. Гордость родителей для Давтяна не единственный стимул пойти в армию. Парень считает, служба в войсках – это гарантия хорошей работы. Вместе с другими призывниками он заполняет анкеты, надеясь попасть в элитные войска. Однако специалисты отмечают, что не все могут похвастаться таким рвением пойти на службу. До конца весеннего призыва в этом году в ряды вооруженных сил отправятся 3500 призывников со всего края. Цифра внушительная, однако, несмотря на все льготы и преференции, которые государство предоставляет отслужившим в армии, полностью избавиться от уклонистов пока не удается. Как решить эту проблему и сделать службу в армии более привлекательной, обсуждают военные комиссары, депутаты и общественники. За круглым столом представители Краевого дома офицеров презентуют новый проект под названием «От призыва до присяги». Он заработал в этом году, и главная его цель – психологически подготовить подростков и молодежь к службе в армии. Специалисты вместе с психологами ходят в школы и техникумы и проводят лекции, семинары, тренинги для учащихся и их родителей. В проекте участвуют и школьники. Они пишут письма тем, кто уже служит в армии, с пожеланиями доблестной службы и даже подарками. За полгода такие письма уже получили около 500 краевых военнослужащих во всех регионах страны. Ребята собирают посылки вместе с учителями, вместе с родителями, нашим военнослужащим ко дням рождения, к 23 февраля. И ребята, которые эти посылки получают от какой-нибудь из школ города Красноярска, понимают, что не только родители, не только друзья и одноклассники их ждут, их еще и ждет, оказывается, их родина, их город родной, их родной регион. Помогают сотрудники дома офицеров и тем, кто уже отслужил, в частности, в поиске работы и поступлении в ВУЗ. Свои стимулы вносит и законодательство. К примеру, уже сейчас неслужившие не имеют права занимать посты на государственной или муниципальной службе. Для дембелей же, наоборот, разработан целый ряд привилегий, рассказывают депутаты. Кто имеет соответствующие положительные характеристики после прохождения службы, имеет право внеочередного поступления в высшее учебное заведение. Значит, сейчас вводится норма на федеральном уровне, это изменение в трудовое законодательство в части того, что сохраняется рабочее место за тем призывником, который убыл служить, и по его увольнению, чтобы оно сохранилось за ним. Кроме того, законодатели предлагают сделать упор на начальную военную подготовку, к примеру, увеличить количество часов ОБЖ в школах. Благодаря таким изменениям постепенно количество уклонистов снижается. Уже сейчас количество желающих вступить в российские войска гораздо больше, чем этого требуется, отмечают военные комиссары. Это особенно выявится уже в конце призыва, когда многие уже получают дипломы и хотят быстрее исполнить свой воинский долг, чтобы потом полноценно устроиться на работу. По словам военных комиссаров, сейчас многие призывники намеренно идут в армию, чтобы впоследствии связать карьеру с такими структурами, как ФСБ или МЧС. Некоторые даже просят повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы их допустили к службе. В прошлом году было подано около 500 таких заявлений. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.